В Махачкале примерно в 12 часов дня произошел пожар по адресу Салаватова, 10. Огонь вспыхнул на втором этаже частного дома. Пламенем было охвачено около 50 квадратных метров жилой площади. Своевременные действия пожарного расчета не дали перекинуться огню на соседние здания. Пожар ликвидирован. По предварительной информации, жертв нет. Причины пожара выясняют эксперты.